Здравствуйте, мои дорогие. Пока идем, то хотел заснять видео именно вот как про аиста. Аист летит, летит. Ну, очень-очень далеко улетел. Ладненько. Так как аист улетел, то тему он мне подал. Тема сегодняшнего видео — это блаженство. Поговорим о блаженстве. Блаженны те, кто не видит кто не смотрит в глаз брату своему и не видит его недостатки, а видит во всех делах его лишь только плюсы. Как и мне хочется быть блаженным порой, не обращать внимания как бы при явных признаках, когда общаешься с человеком, о его недостатках, а воспринять это все как плюсы, это не так уже и просто. Потому что на самом деле любой недостаток — это нехватка понимание природы. Я так понимаю, если человек природу понимает, то у него автоматически как бы все эти недостатки, они стираются, уходят сами собой, как бессмысленная какая-то преграда, рухнувшая после хорошей бомбежки. Так вот, так как все у меня ролики небольшие, то вот я уже подхожу к концу. Надо, короче, очень сильно постараться. И больше всего помогает это самые элементарные вещи, достичь самого высокого — это медитации. Я сам человек верующий, но понял силу медитации, когда впервые попробовал. Казалось, что я себя в чем-то заставляю. Через пару минут казалось, что что-то появляется. Еще через 5 минут казалось, чего-то достиг. И уже где-то через минут 15 понимаешь, что это именно то, чего тебе так не хватало. Поэтому вот мое такое вот посланческое видео: будьте немножко медитативны. Если другой раз там где-то вы злитесь, то вместо того, чтобы там критиковать данную ситуацию, попытайтесь чуть-чуть помедитировать. Скорее всего, вам это пойдет на пользу, но об этом вы узнаете не сразу, потому что как мы все подвластны разуму, а разум нами управляет, то получается, иногда даже услышав пару слов, не соответствующие с нормативами своего разума, уже кажется: ай да ну это. Вот тут и оно. Надо пробовать побеждать и быть сильными. Желаю вам быть очень сильными. До скорых встреч. Пока-пока. Вот такое вот еденческое послание от Алексея. Буфляр — мой канал. Канал нового поколения.
ждет своих зрителей и надеется на большой круг общения. До скорых встреч, будьте счастливы, звоните, пишите, не теряйтесь. Пока-пока.